Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Дарк Драгон, Ари. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Здорово. Утро вам всем. Всем понравился ролик с сиреноголовым. В тот раз мы ставили сиреноголового, и ими управлял искусственный интеллект. А сегодня у нас будут настоящие игроки-подписчики. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А ну покажи, как ты умеешь бегать быстро. Нифига себе на расстоянии бьешь. Я вам дам 10 секунд разбежаться. О, давайте, давайте, поразбегаемся, пацаны. Я знаю, где можно верхушку поднять. А я знаю, где можно залезть, он меня не достанет. Но он бьет на расстоянии, и в этом есть какой-то прикол. А можно пойти в комнаты? Можно залезть на этажи. Я так и сделал. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Я точно же. О! Все, давай, мы тебя ждем. Пожалуйста, не надо. Я слышу, как он ходит, я слышу. Опа, бежит, бежит там. Фокси бегает. Можем зазумить его. Почему такой буйбу маленький? Так, бежит ко мне кто-то. Он бежит. Ко мне пацанчик пришел. Высоко, о, еще кто-то бежит. Спайдермен, мы тут справа в здании, заходи к нам. Вот мы. Куда ты пошел? Он в здание пошел наверх. Не, я буду внизу выживать, так интереснее. А вижу. Спайдер, видишь меня? Он пошел по карте куда-то гулять. Короче, давай, кого ты замочишь, тоже встает сиреноголовым. Можете любого брать, кого захотите. Пацаны, вон он, вон он. Пацаны, бегите, глупцы. Просто бегите. Я вам. Давай вовнутрь. Я здесь. Он бежит. Я вижу. Он вставал. Вот он. Я убью. На, падла. Учите его. Он бьет ногами нас. Алло, хватит топтаться. Да не так нормально. Ай-яй-яй, уходите в сторону, все. Надо от той стены отбегать, по которой он бьет. Так, пошел. Ари, нет, Ари, зачем ты это сделал? Где он? А, это был одинок. О, Димас, привет! Да блин, ты как-то читерски мочишь. Я читер. Ну ладно, я согласен. Ты Димас, да. Мочи Димаса, пока он не стал этим гадом. Мочи Димаса. О, так давайте, я же тоже сиреноголовым должен стать. Так, не мочите, подождите. Давайте возьмем какого-то стрёмного. У него айс, а мне вот этот нравится, он реально крутецкий, он быстрый. Так, а ну иди сюда. Драгон, ты меня видишь? Ладно, это было очень легко. За ним. Вернись. А ну иди сюда. Очень изично, очень. Чуть-чуть левее, вот, ты меня смотришь. Да я наверху. Я убил своего. А, привет. Какая? За что? За что? Беги. Я своих мочу. Эти звуки зацикленные сирены. Так, отвали от меня. Ладно, еще игроков. А я могу между зданием пройти? Вот, блин, жирный. Вы меня забыли, я сбежал со спавом. Вижу челика. На. И кто у нас еще? Еще вижу. Бежит. На. Зачем догнал? Это было очень легко. Я от первого лица сделал. О, деревянноголовый. Дима, а еще я и Фюстик остались. Еще Драгон. Да? Еще трое, да? Ого, он разгоняется. Смотрите, какая анимация. Фюстик слез. А ну-ка. На. Ищите Фюстика, валите Фюстика, вон, правильно беги. Какой у него скин? Бегите. Вот он. На. А теперь меня. А где ты? А еще Драгон. Он на крыше. Ты на. Только в розе лица, да. О, давайте попробуем экспериментальную рубрику. Это у нас сейчас будет получится или нет? Так, я возьму сейчас машину. О, давайте возьмем отсюда машину. Сиреноголовый на машине. Нет, я буду от вас убегать. О, давайте не сильно мощно. Вот такую вот. Ну чё, попробуй, поймай меня. Так легко.
Я успел. Блин, да это было просто. Давайте другую машину, стой. Стой, 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 транспорт. Галима управляет. Во, вот эту машину вы, наверное, не догоните. Так, сейчас я уеду. А тут Тесла есть? Нет, надо скачать. Ой-ой-ой. Жаль. Ну чё, давай, сопляки, догоняй меня. Я кого-то видел около башни, сидел с сиреноголов. Блин, я уперся. Отвали! Назад, назад, назад! Давай, вали от них! Блин, как эпический фильм какой-то. Страшно как-то. Да-да, прикольно, мне нравится. Эй, отвали, это новая машина. А я сбежал, за мной начали, за мной погоня началась. Я видел. Ты видел, да? Как вали, вали, вали. Прощайте, сопляки вонючие. О, я вижу. Эй, ты как догоняешь меня? Да блин, я застрею. Ты ТП-хаться можешь или чё? Я задавил сиреноголового. Это реально? Давай, газуй. Арик, как тебе живет? Он за мной идет в городе, прикольно. Надо именно отдельный ролик записать так. Почему-то самое интересное, потому что... Прощай! Снайпер, он почему-то перезаряжается. Ты попал, у меня жизни отнялись. Прощай! Это было рядом. О, я вижу сиреноголового, который меня потерял. Он за мной, да? Пацаны, он за мной. Не-не-не. Нет. Кстати, а ты где? Я на вышке. На самой высокой. А, о, отлично. Я свалил. Енот, я подмигиваю. А где он потерялся? Я сижу на одной из вышек. Ты чё машину мою трогаешь, подлец? Как найти вышки вокруг? Ого, ты прыгаешь, нифига себе. Так, чё за оружку надо взять получить? Какую-то? Енот, я сказал, подмигну. О, вот же ж у нас есть. А ну где ты? Можешь мне еще? Так, а что, да? Ну ты не могу сейчас выйти, потому что там сирена голову уже. Ты меня вообще видишь? Нет. Хорошо. Сейчас выбежу. Сейчас убью сирена голову по любасу. Эй, ты! Ты не допрыгнул! Ты просто не допрыгнул. Уйди отсюда, щенок! Ой, блин, классная, мне нравится рубрика эта. Иди себе на голову. Мама, прими. На тебя погоду. О, ты тут, а привет. Ой, не то сделал. Я оружку тебе дал. Я на ключ, на который нет входа. Как ты ко мне теперь зайдешь? Так, подождите, подождите. Во. О, я вижу сильно голову на спавне. Да? А мне базука. О, я вижу, он бежит в мою сторону. На моей голове не стреляй. А ну-ка, Дим. Да. Давайте я дам подсказочку, где я. Где? Вообще, как добраться на вышку? Так я не ищу тебя, я вообще тут воюю с этими челиками. Да? А наверное, но... я буду последний раз пошить. А это кто стоит? Это сиреноголовый. Кто? Я не могу понять. Не то. Крыши нет входа. Ух, я успел. Я успел. Это там... Вот это оружка, мне так нравится. У меня АВП тут. Можешь создать звук? Димас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, больно. Ты меня убил. А чё у меня? Я убил вас всех. Ой. Я убил вас всех. Это цыганские боксы. Слышь, я сейчас разозлюсь, возьму такое мощное оружие. Вот это ты зря, вот это ты зря. А ну где моя мощная оружечка? Я рядом с большим зданием. Кто еще? Кто еще? Ты? А я никого не вижу, у меня тут дома. Я раз три пробежал, около сиреноголовок, они не заметили. Еще этого завалим. Ну все, пацаны. Там Дима всех валит. Мы тут можем спокойно жить, поживать, до добра, пожалуйста. Да, я всех мочу. О, Дим, привет. А чё за кролик? Дима. Да. Привет. Ты где? Вернись обратно, где ты только что стоял. Не, не хочу, ты меня можешь убить. А я не сиреноголовый. Ну что? Ты чё устроил? Так это слабо. Заяц пошел. Ой-ой-ой. А чё заяц не умирает?
Нифига. Я был почти самым живучим. Я его погнал. Я самый живучий был с Синоком. Ты самый первый сдох, ты о чем? Не знаю, я просто подошел ближе к эпику. Вот это красота. Все? Все. Че так мало? Сломалось. Вот сейчас будет нормально. Давай, Димас. Убивай. Давайте напоследок вам сделаю бомбу. Называется она... Не скажу как. Дима, ты меня крашкишь. Не, она не вылетит. Эта бомба, она не сильно мощная, я сразу говорю. У меня уже игра залагала. Не, еще нет. Это слабые. Ты решил меня добить? Блин, это слабая бомба. Во. У меня крашкала. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!